Сергей Степанченко родился 18 июня 1959 года в Татарске, Новосибирской области. Прожил с 2-х лет до окончания школы в селе Черниговка, Приморского края. Поступал в Хабаровский институт физкультуры. В 1982 году окончил актерский факультет Дальневосточного государственного института искусств. Курс Г.К. Рогова. До 1985 года работал в Сызранском драматическом театре. С 1985 года в труппе театра «Ленком». Снимался в фильмах «Ближний круг», «Чокнутые», «Солдат Иван Чанкин», «Жизнь в красном цвете». Снялся в сериалах «Некст», «Сыщики» и других. С 2005 до 2012 года был президентом Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» во Владивостоке. В декабре 2005 года присвоено звание Народного артиста России. Жена – Ирина, дочь Екатерина, сын Юрий и внучка Соня.